В Мелитополе сейчас происходит ситуация гуманитарная очень тяжелая. Там банки практически не работают. Они выдают минимальную сумму денег, потому что не снабжаются финансово. Вот. Продуктов, магазины все закрыты. Люди продают продукты на рынках, на улице в 4-5 раз дороже. Лекарства точно так же. Получается, Данильченко во главе со своей свитой. Они воруют эту гуманитарную помощь. Людям не дают эвакуации. Я пыталась 2 раза эвакуироваться. Приходят военные солдаты в те места, где мы собираемся группами с автоматами, разгоняют нас. Волонтеров забирают себе в комендатуру и 3-4 дня там держат, и морально, психологически их давят, обрабатывают, чтобы они не занимались больше никаким волонтерством. Ну, в общем, просто не дают людям нормально жить. Вот и все. Що з першого дня, як тільки почалося, 4:30, мимо нас бігли всі, і танки, і БТРи. І ми окуповані до сих пір. Їхали сюди 4 часа, 70 кілометрів ми їхали від Херсона до Ніколаєва, їхали 4 часа. Отак. Коли побачили своїх солдатів, ми хлопали в ладоші і плакали. Так. Тепер приїхали у Львова, там теж стріляли сьогодні 4 рази. Тільки від'їхали від вокзалу, маршрутку аж трясло. Щоб вони нам допомогли закрити небо, діток, і сьогодні вони Львов розстріляли. Недалеко беручи. Как я отлаживаюсь? Там хайп музыки поможет.